Гаденова, 9 сентября 22 года. Вот хотелось сегодня мне истории заснять новостройку в храмовых комплексах в Гаденово. Сколько она выросла, ушла с нулевого цифра. Строительство храма Софьи Премудрости Божьей по адресу: Ярославская область, Ростовский район, Перовский сельский округ, село Гаденово. Автор проекта Маринов Алексей Анатольевич. Проектные организации: начало строительства — второй квартал 21 года, окончание строительства — второй квартал 23 года. Заказчик — религиозная организация Никольский женский монастырь Переславской епархии Русской православной церкви. И сейчас попробуем заснять стройку вот отсюда и попросим, может быть, разрешат нам. Добрый день, Юрий. Спасибо вам, что разрешили нам для истории снять этот самый стройку. Расскажи нам, что здесь у вас происходит, что со стройкой, какие проблемы есть и вообще, как движется по плану все или нет. Это, представься, ты кто у нас вообще? Юрий. Ага. Да, крещен Георгием. Отлично. Короче, вот строят храм Святой Софии, копию, как при Юстиниане был построен. Угу. Сейчас Стамбул. Копию в 2023 году, вот 600 лет. Гаденовского креста животворящего. Угу. 1423 год. И как вам сказать, было явление с греческой стороны. Это предвещание падения Византийской империи. И как вы думаете, в связи с этим строят собор Святой Софии? Сколько здесь бригад работает, или, ну, да, людей там? Не в курсе. Ну, примерно сколько? Человек 50, больше, меньше? Здесь, короче, уже была служба здесь Ростокерцев, Романовых, судьи. Это вот недавно, да? Да, был уже 10 лет. А кто служил? Было 10 батюшек. О, это событие целое. Крестный ход. Ага. То есть вокруг храма как бы освещали его. Я понял. Сейчас уже по праздникам все время здесь заходом. А это вот ливневки, я так понял, да, вот эти трубы? Молодцы какие. И что он сказал, что впишемся в 23-й год? Нет, второй квартал. Как малинцы, значит,
всем надо дружно молиться, чтобы все получилось. Ну вот, гидроизоляцию можно посмотреть, как происходит. Ну, глобально все качественно. Все. А куда будет просто уходить? Туда, в грунт, да? Я даже не знаю. Или трубы между собой? Ну да, я понял. Добрый день, дорогие православные граждане. Вот, как вы видите, в Гаденово идет стройка, которая за 2 года обещают построить огромный храм, который будет повторять облик храмовый. Ну, сейчас пройдем дальше и покажем вам, как это. 11 июня. День явления Животворящего Креста. Да, 11 июня 23 года. 600 лет. 600-летие будет. И вот к этой дате хотят приурочить открытие храма. Ну, не знаю, пишут. Сказали, как молиться будем. Как будем молиться. Все, идем дальше. Спасибо всем. Вот мы находимся в эпицентре, стройки. Делается гидроизоляция пола. Полов. Добрый день. Такие колонны будут мощные. Вот уже сколько кирпича завезено на стройку. Блоков, досок. Вот такое вот качество. Кладки шикарные. Потом будет все это, кирпичики все будут покрашены. И блестеть будет все. Изолирует цоколь. Меня там найдете в этой вот подвальной. А где же она проходила именно? Здесь. То есть вот в подвальном помещении. Ага, давай сразу пройдем, посмотрим, где это. Ну так. Но ничего страшного, мы так, чтоб люди понимали. Вот здесь вот. Вот так вот выглядит. Не сильно глубоко такая. Да, ничего страшного. Какие своды, как все красиво. Было много народу. Много было, да? Да, раз, два, раз. Да, акустика шикарная. Своды красивые такие. Это ж надо было выкладывать, чтоб не упало ничего.
Все, спасибо, идем дальше. Вот так вот выглядит стройка Годеновская, храмовый комплекс. И вот как будет выглядеть храм Святой Софии. Вот такая вот будет красота. Раз, два, три, четыре уровня получается будет. План первого этажа. Молебный зал. Молебный зал. Автор проекта Мамонов Алексей Анатольевич. Я его неправильно прочитал. Я понял. Красивейший храм будет. Шикарный фильм у нас будет. Движемся дальше.